вообще я не люблю, когда визажисты к моему лицу прикасаются, и вообще кто-либо прикасается к моему лицу, кроме дочки. Я даже сама свое лицо редко трогаю, поэтому... Не, массаж тоже не буду. Опаздывали хоть раз на свой спектакль? Нет, нет. Приезжала... Не, ну я обычно рано приезжаю, сам начинается в 7, я обычно приезжаю в 4, в 5 иногда. Хотя вызов к 6. К 6. В 6.30, может быть, максимум приезжала. Раз или два. Нет, не опаздывала никогда на спектакль. Подруга у меня однажды. Ей звонят в 6:30 и говорят: «Ксения, вы где?» Она говорит: «Я там-то, там-то». В другом городе она была. В другом городе у родственников. Они говорят: «У вас спектакль через полчаса». Подругу уволили из театра. Пипец. Не дай бог никому в такой ситуации оказаться. Но это трэш. Трэш пережить такое, когда ты в другом городе и понимаешь, что ты просрал спектакль. Жесть. Сколько лет? Мне 31. Покажите лицо без фильтра. Да, пожалуйста. Ой, а как его? Во. Ну, такое себе. Может, я лучше фильтр оставлю. Мутный фильм текст. Не планируете наладить отношения со своими родителями, начать с себя? Да, но я думаю, что нужно проконсультироваться с каким-то специалистом. Мне кажется, самостоятельно мне не получится. Все-таки мне уже 31 год, это сложно. Какая роль у тебя не получилась, по твоему мнению? Да многие. Я вообще редко собой довольна. Очень многими моментами я в тексте недовольна. Сейчас предчувствую комментарии ваши. Без фильтра не особо... Ничего особо не поменялось. Так, на самом деле мне надо готовиться уже дальше. Дальше готовиться. Когда следующее выступление в театре? Послезавтра у нас спектакль «Утиная охота». Не хотите еще детей? Хочу. Хочу, хочу, очень хочу. Сколько лет мужу? Ему 28 февраля будет 39. Сильно устаешь, да по-разному. Как все, я думаю. Какой-нибудь анекдот из жизни. Да у меня жизнь сплошная анекдота. Мы привыкли к вам. Так. Блин, так сложно, столько комментариев. Кстати, у меня к вам вопрос. Зачем мне в директ после прямого эфира присылают мой же прямой эфир? Без какого-либо сообщения. Там, скажите то-то, а это. Даже уже, бог с ним, мне привет не передали. Первый звонок. Мой вопрос не пришел. Зачем мне присылать мой же прямой эфир? Чтобы я его посмотрела и сделала работу над ошибками или нет? Зачем? Ай-ай. Кто-нибудь скажите, и все, я побегу. Мак, ели позавчера? Нет, нет, не ела. Для анализа? Первый раз попала к вам на прямой эфир. Да я уже бегу, убегаю. 28 февраля. У моего папы ДР 29 февраля. Офигеть, в этом году будет. Так, ну все. Внешность поменяйте. Все, мне пора валить. Все, пока-пока. Просто тут внешность просит поменять.
Все, ладно, я побежала. Играть второй акт, сейчас, господи, сложнейшая сцена, получасовая, сумасшествие Офелии.